Катя, Катя, да все. Выключай уже. Интересно, как можно резать лук и не плакать? Слезы так и льются. Но зато у меня получится самый вкусный гамбургер. О, Кать, а ты что плачешь? Порезалась? Покажи. Нет, Макс, я не порезалась. Я режу лук колечками для моего гамбургера. Поэтому и плачу. Но лук нужен для гамбургера. Тьфу ты, напугала. Ай, глаза-то как режет. Давай, заканчивай со своим луком. А чем это так вкусно пахнет, а? О, помидорки. Булочки вкусные. Сыр. Катя, Катя, а можно я тоже сделаю гамбургер? А тут что? О, котлетки! Вот чем так вкусно пахнет. Можно я съем котлетку? Макс, нельзя, нельзя, нельзя. Я делаю гамбургер для себя. И это мне все нужно. Делай сам себе тогда. Сам? Ну ладно. А луком не порежешь? Ты все равно уже плачешь, а? А то я плакать не хочу. Я же мальчик, мне нельзя плакать. А я пока раскатаю тут что-нибудь. Помидорки нарежу, нарезанные. Сыр себе возьму. Ай, кричу. И котлетки, по-моему, тут уже подгорают. Так, Макс, раскомандовался. Это все мое. Это все я себе сама приготовила. А ты сам себе готовь, если хочешь, вкусный гамбургер. Пришел на все готовенькое. Это себе, это мне, это еще раз мне. Нет, нет, нет. Давай, все сначала себе сам готовь. А я уже буду собирать гамбургер. Нужно взять булочку и положить на нее котлетку. Все правильно, Кать. А двух котлеток тебе будет много, поэтому одна Максу. Берем котлетку, кладем на булочку. Вот так. Тьфу. Будь здоров, Макс. Но там же была мука. Не мог в сторону отвернуться. Здорово, Кать. А ты? Какая ты смешная. Ну что, что там дальше нужно? О, у меня и булочка теперь все в муке. А у тебя тоже. Вот это сейчас будут гамбургеры. Макс, мне кажется, дальше по списку ты должен идти в свою комнату и оставить здесь все мое. И так уже половину испортил. А я возьму листик салата и положу на котлету. Листик салата на котлету. Ага, вот этот тебе не нужен, да, Кать? Значит, это мой листик салата для котлетки. Дальше помидорка, кусочек сыра и вторая булочка. И гамбургер готов. Я отвернулся. Так, ну что, мне две, а тебе одну, да? А вот и нет. Это мне три, а тебе ни одной. Бери ножик и аккуратно сам нарезай. Катя, ну что ты брата не жалеешь? А вдруг я порежусь? Пальчик обрежу, будет больно. Ну дай один помидорчик. Спасибо. Что дальше? Сыр? Да, Макс, кладем кусочек сыра и закрываем все это булочкой. Вот так. Ого! Катя, у меня самый большой, самый вкусный и самый красивый гамбургер. Как я его сейчас съем? Ешь, ешь, но самый большой, самый красивый, самый вкусный у меня. Это почему это у тебя, у меня? Нет, у меня. У меня больше и вкуснее. Больше? Посмотрим. Ничего не больше. Одинаковое. Даже у меня больше. И у меня вкуснее. Вот. На, сама попробуй. Ну давай попробую. А ты тогда мой попробуй. А? Не, Макс, у меня вкуснее. Да? Тьфу-тьфу-тьфу. У тебя вообще невкусный. О, это как это невкусный? Сейчас я тебе покажу, что такое вкусный. Катя, Катя, да все, давай сидим по своему гамбургеру и все. Ага, пришел на все готовенькое, все мое забрал, и еще его гамбургер вкуснее. Ну сейчас. И что это Макс с Катей спорят и кричат? Мой вкуснее, нет, мой вкуснее, мой вкуснее, нет, мой вкуснее. Гамбургеры. Ха, а я сейчас оба попробую и им скажу, помогу, так сказать, чей же все-таки вкуснее. Итак, начнем. Этот был очень вкусный. А этот? Ой, а этот такой же вкусный, как и этот. А этот вкусный, как и тот. А я оба гамбургера съела. Катя, Макс, больше не спорьте. Оба гамбургера очень вкусные. И они закончились. Что?
Как? Что? Как? Все очень просто. Вы там спорили, я решила попробовать, чей гамбургер вкуснее. Оба очень вкусные. Да такие, что я их оба и съела. Так что не ругайтесь, гамбургеров больше нет, и они оба очень вкусные. Ну что, я вам помогла? Я молодец, да? А еще и покушала вкусно-вкусно. Очень вкусные гамбургеры. Ну я пойду, ладно? Вот так. Очень вкусные оба гамбургера, а мы их так и не попробовали. Ничего себе, Дианка дает. Ну что, Макс, спорить больше не о чем. Пойдем готовить гамбургеры еще. Ну да, Кать, давай приготовим два еще самых вкусных гамбургера. Только Дианке не покажем, а тихо-тихо их съедим. Кать, а порежь лук. Ну уж нет, у тебя опять будет самый вкусный, сам режь. Так, нам нужны булочки, котлетки, сыр, листья салата, соус. Ну что, ребята, пока, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Дринелка и смотрите новые мультики. Пока-пока. Давайте, выключайте камеру, пусть никто не видит, как Макс плачет. Вот это жгучий лук. Это все лук-лук. А вы любите гамбургеры? Расскажите нам, пожалуйста, какой самый любимый ваш гамбургер? Или может быть чизбургер? Или может быть какой-нибудь еще очень-очень вкусный рецепт? А мы с Катей попробуем его приготовить. Честно-честно. Пока-пока. Да выключай уже.